Ты также за камень, да, за книгу? Да. Тёма, ты бей... А, нет, маска. Ара, там ящиков в доме нет, да? Придётся на пол ракеты где-то. Нет, есть ящик. Блядь, Юка, что ты лестницу не убрал тут некоторые? Сейчас уберу. Я еще не успел, брат. Окей, ну я счастье убрал, чтобы хотя бы дверь была открыта. Потом не зайти просто из-за этого. Да и все, их разъебывать можно, они мне на самом деле не нужны уже. Мы в зоне видимости башни. До дома. Кто-то стенки ставит на дом. Не стенки это. А что это? Решетки, хотя бы деревянные, чтобы все, какая-то хуйня. А, я понял. Кирилл, блядь, хуй ты не здороваешься, я постоянно поздоровался. Верстаков-то нет? О, здорово, здорово, братан. Как дела? Миша, еще раз поздоровайся. Ему язык сегодня отхуярил на работе. Нормально, заебись. Он же плотником работает, стакарного там станка. Стаканного. Стаканного. Че, надо начинать бахать, да? Санта, заебись, я сам. Мне нужен второй человек с ракетами, чтобы стрелять. Я. Лучше я, потому что ближе стреляет лучше, чем я. Ну давай ты шушом. Давай. Я буду на отстреле, нахуй. Какой ракеты ты ставишь? Ну вон, ящики тут. И сверху еще ящики, три штуки. Ложи лучше сверху, потому что я сюда положил его. Чтобы нас не, это, короче, не заботали. Не. Вы ни одной, ни один, ничего не сделали мне, да? Тебе турель поставил? Короче, ставлю куда могу, прям около входа просто. Авторизуйтесь прямо на треугольничке. У тебя есть ракетница? Нет, скинь мне. А, у Шуша эту. Пацаны, пожалуйста. Турель авторизуйтесь. Это я. Авторизовался. Бриан. Да вон, с другой стороны. Авторизовался. Чем ты где будешь со скал пробивать? Да. Перед вашим ебаном буду скрыть. Давай. Не могу найти ящиков, куда скинуть патроны и хилы. Ну там наверху есть ящики, блядь. Ты лучше скажи про патроны. Шкет, ты авторизовался в турели? Да, в одной. Но она пока только одна, да. Откуда? На крыше. Угу. Вижу. Не вижу. Я вижу. Я понял, но вот там, где у нее крыши, типа этим. Накидал ему. Ты что-то не тут дырку начал пробивать, тебе не кажется? Мы же не под прикрытием наши. Ну. А, под прикрытием, пацан. Окей, хорошо, все, согласен. Просто оттуда по мне стреляют. Так, ну я ему тоже пушку дал. Кофейники. Первая стена есть. Угу. Куда дальше, Артём? Сейчас посмотрим. Во второй прям тут. Там двое еще. В окне, пацаны. Ты что сидишь? В окно, окно. Чекаю окно. Так, поставить запись. Ну, блин, голову. Дал в окно тычку. Нам надо вот сюда уходить, в броне. Он в окне, прям перед нами шкет. Бля, мне голову дали. Тёмк. Мне ракеты нужны. Они в доме лежат. Блять, братан, там нету их нахуй. Они лежат в доме, чел. Да, понял. На втором этаже. На с аккумулятора прыгай. Ребят, еще раз кто-нибудь ко мне, блять, подойдите. Они открою, на крышу, да? На самый верх открывали дверь. Дойдите к там, я у тебя. Вы издеваетесь, что ли? Стойте рядом со мной. Киллер. Скинь ткани. Ты нашел ракету, что ж я пошел по перезарядке? Скоро пойду, сейчас сломаю стенку и пойду. Стенка есть. Дал хит. Бля, надо чекать. У них передатчики МВК похожи на втором, на третьем, да, этаже. На этот, один на этом, на уровне крыш, где вот эти, они разветвляются, только что там спрятался. Дал одному хит. На крыше где они? В окнах или на крыше? Ну в окнах так они ползают, там периодически меняя позиции. Вот они на печке где-то. На печке? Да, походу там кто-то прыгнул только что, на уровне печки я видел. Держи оборону, я за ракетами. Держу. Типа, я поддамажу какой-то. Шуш, ты можешь? Да, поддамажить.
гранатомет есть, сейчас мы там кинем туда дверь. Меня убили полностью. Я патроны с собой не взял. Блять. Пацаны, перекройте шиша кто-нибудь. Я в турель все патроны выложу. Гриш, прикрой, mm-hmm. пожалуйста. Че, ракет нет, что ли? Куда стрелять? Ну, ракет маловато. Да, ничего так мало. Лестницы принесите из дома. Я могу еще три ракеты. Так, я могу еще ракет взять с собой. Надо? Надо. Пока нет. Что, давайте? Не, лестницы принесите. Давай. Где? Я не увидел, откуда. Держите мой друг, чтобы не... Я вижу. Блять, все где-то как-то очень сзади, нахуй. Блять, какой черт зарядил сюда? Это мой гранатомет. Не надо было напасть. Я чекаю твой труп. Все хорошо. Откуда меня убили? Да сверху, сверху, сверху пикает, сверху, где крыши разветвляются. Где они разветвляются? Понял, ну вот, понял, блять, понял. Ну ты что, не видишь, что ли? Да, куда дымы. Стена пробита, хорошо. Там лутовая, вижу лутовую. Контроль идет вверх, крышу. Угу. Артем, там лутовая. Зажигалка, я кинул туда зажигалку. Еще смог на крышу дайте, пожалуйста. Окей, че. Делаем, Артем. Дальше хуяно, просто у нас нет времени, я думаю. Ну, я лестницу с собой, куда ты хотел? Ребят, мне нужна лестница. У меня есть лестница, давай, куда ты хотел? Поставь есть? Сюда, вот на каменную. Дай мне лестницу, короче, я сам поставлю. На. Сзади, сзади, сзади! Печка! Убили? Нет. Еще двери открывают справа. Давай. Где-то. Поднимите меня, если сможете. Поднимаю. Хорошо, спасибо. Да опять не те гранаты, да что ты творишь-то, тупорылая, блять, хуйня. Видел его. Убил? Не знаю, дал до хита. Я у тебя... У кого-нибудь есть дерево и белый план с собой? Ну, блин, ты, наверное, не выдержал. Батя, нет, тут нет, быть сразу. Нету, дерева немного есть, а чё тебе надо? Нет, нету. Построиться. Нету? Возможно, нету, я его убью. Филис, знаете, тут чуть-чуть дерево есть. Бежал. Давай, Филис, бать, рой. Да, он лежит, он лежит. Я забираю патроны. Оружие, патроны забираю, стреляю. Да, да. Ниже хуя там прикладываю. Вертолет, что ли? Или метроключ? Бать, коллаж где-то. Куда стреляешь-то, Артём? Всё, всё, отходи. Ну, вот туда, ВМВК? Броню, да, да, да. Давай, отхожу. Там коллаж, бать, не нашел еще. Что страшно. У меня ракеты кончились. Херово, возможно, нам скоро добавят. Да, не скоро, а уже сейчас, наверное, надо... Я полетел. Давай. А кто нас прикрывает? Ну, я смотрю, тут у вас. Нормально, ракеты еще. Топливо было еще где-нибудь, кроме как... Мне надо за... Кто было. Может идти внутрь? Я ящик кладу. Я, а что нужно? Ну, ты умрешь. Ну, а что нужно-то? Надо прочекать, что там мы открыли. Блин. Так, ну тут куча внизу, вон этих локеры. Ну, это вот эта шпай, шайба, куда вы лупите, это какое-то, видимо, центральное ядро дома. Да-да-да. Так ничего не видно. Вы живете на аккумуляторах, на турели. Так, хуя. Аккуратно. Ну, давай. Шуш, осторожнее. Тём, чё ты стоишь на открытом? Вот куда? Шушо, меняйтесь, шушо, меняйте. Вот, всё, давай, ты туда. Видишь, на перезарядку он в угол убегает. Опа. Сверху, сверху, чё? Раз ракета. Понял. Бля, я понял. Откуда? Дал по ему. Дал, добил, убил, видимо. Убил. Совсем надо окно это вскрывать, да? Как-то. Сейчас посмотри, тут двигатель. Я могу его и разгибать. На крыше вроде чисто, я сейчас пролетел, посмотрел. Нет, 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 здесь. Я на крыше сижу, если не, что. Не сюда, в этот ломайте, вот стену МВК, и оно тоже сломается. Да. Бля, кто огненный дал? Да он из окна дал огнен. А, бля, Тём, ты там один меч. Я пока тут. Куда, в МВК херачу, да? Да-да-да, в МВК. Бля, если он там еще одну ракету даст, я не смогу. Вот он опять там. Дал мне. Я его ударил, но он меня убил. Где он? Ну вот там, блядь, окно скрыт. В центре дома. Артем, он тебя сейчас убить там может. Гриша уже наверху, пиздец, блядь. Мы туда залезть теперь можем. Зажигалку туда можете дать? Да, сейчас дам зажигалку.
И просто не ходите, дайте зажигалку. Лутовые, лутовые, лутовые вон. Вверх сейчас даю зажигалку. Есть попадание. Все, поехал, блядь. Я ему дымовую сейчас туда закину. У меня ракеты кончились. Он уже мертв, я думаю. Чадю пищу. Я иду с ракетами. Где ракета? В этот в печечный, где вот этот, ну типа проход еще ВВК отделан. Да, правый ход и налево. И пароль там 1425, если что. 1425. Мне по фулу инвентарь заряжать? По фулу, да. Жду ракеты пока. Угу. Зажигалку взять с собой? Ну возьми, пригодится. Тема там один. А, нет, не один. Я пока пустой. Лестницы. А, ты ставишь. Да не 1-4-2-5, какой пароль? 1-2-4-5. А, да, точно. Они все открыли, блядь. Это последняя ракета, кстати. Тихо. Нет, не трогайте, спокойно все. Артём, иди сюда. Я внутри их дома побыл. Я на крыше. Нашел еще спальники. Как бы нас опять сзади не обошли с печечной. Нехуй, блин. На я тут попытаюсь надо попалить. Надо лестницу въебать. Нет, Шушу, тут лестница есть. Где, там где, да, спасибо. Там. Спасибо. Ни у кого, наверное, нет. У Гантра. Просто ракетись через 15 минут, выдвигайтесь ближе к нашему новому операционному скину около входа. Артём, у меня с собой куча ракет. Где ты, блядь? Я внутри не дома. Но, возможно, я сейчас запру, блядь. Ты обрубил, блядь? Ты можешь на улицу выйти? Тихо. Тихо, блядь. Чел, не мешай мне, пожалуйста. Okay. Чё нам кто строит? Меня уронили. Поздравляю, нахуй. Но ты без ракет, правда? Без пропустите ракет. Меня, пропустите меня, нахуй. Фу. Я облетаю вокруг, сажусь к дому. Там один опеч... А, я понял. Это меня, я. У меня очень много ракет, ребят, с собой. Мне, блядь, пустите как... тогда Шуша обратно до дома. Ну так пусть идет. Ёбаный в рот, блядь. Нужно залезть в то место, короче. А, там гантрапа сейчас стоит, куда мне нужно залезть. У них открыт, короче, этаж, я могу показать, куда надо бить сейчас. Я принес ракету. Они дома. Чинят там что-то, да? Бейте в стенки, да. Все да. Стенки. Тапайте. Вот эти стенки? Или что, куда бить? Просто стоп. Иди за мной. Иду. А, нет, ты бури в центр дома с ракетами, чё? Через какой этаж бурить? Через этаж? Да, первый этаж. Тёма, сколько тебе ракет взять с собой? Мне нужны ракеты. Отойдите. Хорошо, я взял 6 ракет с собой. То есть хуярит прям в арму на первом этаже? Да, в центр дома. А где все? Почему я нахуй один-то? А, не, Гриша. Ты не один, ты не один, все хорошо. Я сижу в доме, меня не видишь? Ты там вниз бьешь, да, Шуш, он туда? Да, он сказал бить вниз. А где одна базука? Под гантрапы полегла? Или что там, Тём? Какая она, можешь... меня убили и закрылись. Гриша, ты можешь, пожалуйста, посветить вот... Блядь, нет, не на меня нахуй посветить. О, ну я нихуя не вижу, блядь. Ну серьезно, у него фонариков нет? Да есть. Да мы светим туда, как можно. Блядь, не очень удобно. Чудюк, не надо, пусть они там вдвоем стоят, не вставай туда третьим. Хорошо, ну блич, на, держи, я тебя скину немножко и с другой стороны закрыть. Давай. Вот здесь буду смотреть. Я куда-то хуячу, не туда, ну ладно. Нормально, нормально, в МВК бьешь. Не, нормально ты бьешь, нормально, нормально. Сверху запер своих чел, не туда. Там стенка рухнула. Ну это просто это перекрытие. Проем, давай в центр также ебашь. Да. Так,
фундамент. Ага, похуй, давай, да? Дальше. Тараска. Он хорошо у вас? Да. Что я? Кто тебя убил? Кулер. Я просто наказал. Блять, я заебался уже стрелять. Нормально стреляй. Могу чекнуть, сколько хп. Чекнуть? Да, чушь. Я чек, думаю, нам чек. Это не особо интересно. Меня смущает, что у них 200 пропал. Пару ракет. Ну. Блять. Какой я дальше? А Гриша целый? Киллера убили. Нет. Он вылетел. Нет, его убили. Убили. Его убили, Гриша убили. У них два пулемета, значит. Гриша здесь. Он... Сломала шкаф. Там шкаф. Шкаф, значит. Сломали шкаф. У нас нет шкафа сейчас. Дерево. Блять, меня можно поднять, если что. А ты внутри? Я контролю дверь, амбразуру. Вот там прямо перед тобой. Где тут я тут? Кра. Дерево кого-нибудь есть? Поднял. Нет. Ну, типа ноль дерева в доме, может, правильно я понимаю? Да. Зря ты дом. Я нихуя не вижу. Заказ его не могу найти, где он? Вот. Дом, что за дерево в рейде? Сейчас я тебя скину. Че, пойдем рубить или что? На. Не стойте меня кучу. Засейвай, бать. Блин, стенки еще чекать, чтобы они там этот, не начали застреливать. Вот там еще попали. Они что-то проверить там пишут. Да хуй с ним. Короче, дерева дома нет, пора нет, нихуя нет, короче. Давайте разъебываем шкаф и забираем из него ресурс. Нет, блядь, нет. Там может быть не быть. Тут же его поставить. Да, надо дерево. Открылся. Блять. Тебя опять положили. Лер, сука, блядь. Да. Где Шуш, дай мне, пожалуйста. Опять открыл, пацаны. Меня убили сзади, на улице, ближе к дому. Выйдите сюда. Ближе к дому, все, это где? Все, не уходите, вы что, блядь, творите, господи. Не уходим, я кровь. Вот здесь, вот я лежу. Я дверь контролю. А, это турель, ебаная. Ракетник. Ты опять не авторизовался, что ли? И пару ракет. На. Все. Ты с нами же был. Уходи вперед, уходи. Да, я понял. Дерево кто-нибудь, пожалуйста, как-нибудь достань. Ой, блядь. Блядь, я вот так. Погоди, короче, все не так. Короче, все не так, нахуй. Это... Я ищу дерево у них в доме, хуй. Батя, у тебя есть спальня, короче? Кто да. стреляет? Я не в тебя стреляю, стенка. Сейчас. Выключи. Сейчас. Да, выключил, давай бегу. Ага. Да. Да, давай, бегу. Все? Да. Я пошел искать лес, пацаны. Включите. Бля, парень, как хорошо, что дерева нет, ну как так. Дверь я смотрю эту. Вы вверх пока им разъебите, там челы прячутся, один хуй нам как-то. В смысле, ты имеешь в виду дверь вот эту? Да, там, где он меня убил. Я тебя понял, сейчас разъебу. Давай, стреляй, я контролю. Стреляю. Я еще буду туда снайперку сразу дам, только открою. Блять, тут реально ни одного дерева, просто на всем острове. Давай. Чем паче? Еще одна и все, и готовь. Там блядь. Еще стоит дверь. Я вот давай. Хочу вам сказать, что... На всякий случай. Открыл там что-то, я видел. Еще одна дверь. МВК. О, бля, пацаны, хуёво, что дерева нет. Я рублю уже, у него дерево. Топор есть там. Тут. Ну а в чем проблема? В чем? Я уже почти нарубил. Проблема в следующем, что у них один чел, у них два чела в обороне сейчас.
один человек пропал на 30 давно минут. Уже. Да, он пропал на 30 минут, он, наверное, переносил лут. Ну, и наверное. Вопрос, о чем делал. Батя, тебя в итоге убила турель, да? Понял. Ты говоришь, что сзади. Тихо, там сверху сидит чел, надо его оттуда выкурить. Смотрю дверь дальше, которая стоит. Ты выкуришь его, Шуш? Он как бы выше, там, где вначале решетку сломали. Откуда он угодно ракету пускал. Я понял тебя. Ну, иди там просто по дверям, там типа двери из говна и палок. Как я тебе по дверям пойду, если я ни одной из них сейчас не вижу даже? Я не знаю, чел, я же далеко не вижу. Ну вон я и вижу там дверь. Сейчас, подожди, ну блище, не слови сейчас в голову ракету, пожалуйста. Ну давай, давай. Кто с Томпсоном заливал? Да этот они. А кто там взливать с этого? Котятка умер. Потому что я замерз, блядь. У меня тут игра уровня, блядь, была. Блин, сейчас осторожно, ты сейчас в голову реально сложишь. Давай, давай, стреляй. Пока перезаряжаешься, я чекаю, скажешь, когда зарядишься. Я, короче, чекаю. Я смотрю вашу дверь. Готов. Давай. Я убиваю кабана. Да я кабана убиваю. Сломали потолок. Да сука. Так, у меня три ракеты сейчас. У них там что-то из соломы стоит. Я сломал там. Из соломы что-то было. Это дюк, блядь, там наверху дюк. Наконец-то, блядь. Слушай, аккуратней, ты сегодня я спокойно, я, блядь, я крою. А ты голова тёмна там. Я в доме уж. Строят что-то. Понимаете. Где они находятся? Выкурите их от... Что если есть такого... Да момента. Непонятно, где они. Четыре секунды и готовьте сломать шкаф. Готовимся. Шкет, иди сюда, слушай, не стой там. Ломайте шкаф. Ломайте шкаф. С базуки его ёбнуть? Не, нахуй, я разобью, я разобью. Давай. Дверь открывает гаражки. Команду, да, как я говорю? Угу. Кто-то упал, кто здесь потерялся? Гриш? Тём, ещё одна обойма. Нет, меньше 6 хп. Подожди. Все, Тём, готовься. Раз, два, три, поехали. Есть металла дохуя застроиться. Блять, стены не встают. Кто там? Ну, блин, только не ты? Нет. Это их бьют. Строить не могу, блядь. Ну, слишком близко, наверное. Это их гантрап бьет, потому что они вне авторизации теперь. Да. Их гантрапы теперь прессуются. Это они, походу, гантрап разъебывают. Да. Давай сейчас ракеты. Давай ракеты. Приятно. Ну кто вскрывает? Шуш, блядь. Чё, Шуш? Да. Куда это? Снизу кто-то пробежал. Снизу, где магазинчики. Ну, гантрап там? Это я туда залез. Это Шкет? Да, это я залез. Он снял эту. Тут калаши есть дохуя, металла дохуя. Собирай сразу в дом всю оружку, чтобы они... Разрывные дохуя. Слышь, Артём, там слева есть двойные ворота, может их расхуярить? Ребят, во-первых, у нас проблемы с авторизацией. Ох, ебать у них тут. Нормально, да. Да, слушай, походу... Какая у нас проблема? Блядь, нахуй ты выписал? Нахуй ты выписал из шкафа меня? Это кто сейчас сделал? Нет. Ладно, вставай, я гантрап сломал. Я знаю, но я не скажу. Нет, батя, ты не знаешь. Нет. Ты не знаешь. Надеюсь, шкаф не замуровали? Его там нельзя замуровать, блин. Так
Кэт, я тебя сломал, контроль твою тушу. Может, другой шкаф сделать? Да, надо сделать другой шкаф, но нужно дерево, на острове нет дерева. Понимаете, какое-то дерьмо, блядь. Сейчас есть там дерево внутри, по-моему. Блядь, вон шкет, говоришь, там есть дерево. Сейчас я себе залутаю хотя бы. Ну, блище, я лутаю. Давай. А, есть 1000 дерева, да, крафчу шкаф. Я чищу, да. О, заебись. МВК, двери взять? А, шкаф зашьете. Ебать, тут его там. Ебать, мы все нашли. Шпаль, спальники ломайте. Я сломаю, все. Что это было за выстрел в голову? Я убил, блядь, пацанов, которые тут нахуй живыми лежат, я не понимаю, почему. Да, не пойму. Да, мы все нашли, да. Тёма, шкаф готов. Надо еще будет монстр шпать. Блядь, дай не пройти, пожалуйста, шуш. Давайте по порядку, пожалуйста. Первое, что нужно сделать, разъебать подставку у того шкафа. Возможно, я смогу это еще сделать, если минут не прошло. Сколько не прошло, не прошло. Можешь его разъебать. Только надо сначала, чтобы шкет докрафтил шкаф. У меня шкаф готов. А, ну все, иди руш. Да я думаю, вот сюда, вот в эту буферку можно зашить, да, Тёма? Давай вот сюда поставлю, да. Нет, снаружи. А, надо же снять с их этого. Подожди. Ты сюда строишь? Я стволы отсюда начинаю выносить. Ты от их фундамента строишь, Тёма. Я знаю. У нас есть проблема, ребят, нам нет. Ставить нет. Нет, тихо. Я тебе скажу, когда. Ставь вот на треугольник, где я стою. А, вот сюда. Отойди сам. Ну одно радует, мы били правильно хотя бы. Так, а с резервом. Там где-то сидит чел, вы не понимали, что мы с вами на этом? Нет. Он где-то дальше заперся. Я надеюсь, что все, кто надо, ты не так поставил. Все, заебись, блять. Так, все, обрумляешь, можно за нем не помнить. Теперь следующая проблема — это лут. И вы не кто светом музыка. Я пойду сломаю все спальники, что найду. Серу, заберите, блядь. Двери открывают, пацаны, что вы, блядь, вы серьезно, нахуй? 5 человек стоит. Нет, я крою окно. Артём, какие следующие действия? Я крафчу двери. Я сейчас начну вставлять свои двери в их разъебанные проемы. Я понял тебя. Вообще, мне, конечно, нужно ракетницу и доразъебать эту всю дерьмо. Да, я еще раз доразъебу, я взял ракетницу. Что там надо сломать? Там нужно мой пулемет найти. О, это надо. Да забей на ящик. Куда разъебывать? А, ну, смотри, давайте, да, давайте я покажу, где меня убили. Да там уже ничего нет, там пустой. Там уже нет нихуя. Нет, куда разъебывать, показывай. Блядь. Ну давай, блядь. Второй этаж. Блядь, давай. Вот там, что ли, справа? Да, справа, вот там его ебали. Там его не рюкзак. Не там. А где? Смотри, я не могу найти ящик. Я типа шел вот сюда. Дюк, покажи ящики, пожалуйста. Вот там тут... вон они наверху. Дверь надо разъебать, что ли? Это шкет не для нашего. Там не одна дверь. Наверное. Я думаю, блядь, куда сейчас? А вон тут еще какая-то гаражка непонятная. Там много гаражек. А откуда в тебя стреляли, Тём? Ну, показывай наверх, я туда стреляю. Вы главное прикрывайте, если чел там жив. То... Почти уверен, что там жив. Там стрелял, там как раз была гантра. Так, ну минус двери. Что за ней? Нихуя. Я не вижу пока, братан. Я чекну, тихо, я чекну. Давай. Еще одна дверь. Заебись. Где-то еще что-то открывается. Угу. Проходи, Артем. Какая дверь-то там? А, такая же гаражка. По-моему, они прям заняли где-то что-то типа того. Значит, я, короче, к тебе шуш быстро съебусь. Кто-нибудь, Дюк, можешь подойти сюда? Да. Подержи вот это окно, пожалуйста. Который сверху. Смотрю туда. Спасибо. Шуш, походу, они к тебе могут пойти. Они сейчас справа могут дверь открыть. А, я знаю, ну ты же там сидишь, верно? Да, сижу, но, блядь, знаешь. Так, мне нужен кто-то еще, кто будет чекать здесь. Так, я спальник снизу ломаю. Могу выключить что-то.
таймер этот есть. Бля, там еще одна гараж, сука. Они, походу, там по кругу, что ли, идут. Они зашились. Походу, они пулемет вообще там зашили. Ну что, ломать дальше просто до упора? Пока нет, там зеленая. Там гаражка открылась. Тёма, у тебя гаражка открылась. С ракетами, чел. Где? Не знаю, как это объяснить. Блять, ну чё за пиздец? Кого убили тут? Меня. Я понял, он за этой гаражкой, ну надо его... Да, нет, он не за этой гаражкой, он ещё дальше. Помнишь, где я убил, Паша. Ну и чё, он там стоит, что ли? Да, блять! Убил, добил его, добил. Ништяк, всё. Я чекну. А я нихуя не чекну. Да у меня что-то, блять, я не знаю. Слутал с нее, все, уносите, что вы на нее смотрите? Эй, справимся. Я не могу, там не слутать. Там опять открывается гараж? Да. Да. Это другая уже. С Артем слутает. Опа, а что это такое? Бля, он тут есть, но у него тут нихуя интересного. Гриш, у него был что-то около этого? А, хотя он забил. Я сейчас выкину все, что у него было. К тебе, бать. А, нет, прям себя, наверное. Ай, блядь. Походу у вас опять что-то там. Первое. На третьем этаже что-то еще есть. Если что, мы с Гришей справа кроем. А знаешь, что не сделали первый? Тём. А знаешь, что я нашел на том месте, он где тебя? Я ракеты нашел. 400 ракетов нашли. Кидайте ее. Быстрее, больше. Он сейчас должен сюда выбежать, чтобы эти ракеты забрать. Сзади там, где... Ну, нет, там не вещи вообще. Там пробежит. Я ничего там не пробиваю больше. Слышишь, что говорю, Тём? Блять, просто. Я там две двери пробил, где тебя убили, и все. И больше не пробиваю. Или надо? Нет, не надо. Они дальше не слышали все дома. Окей, а вот то, что. А вот оттуда они выходят. Надо туда, где я, наверное, пробивать. Ну, давай я выйду к тебе и буду пробивать. Давай, где ты? 400 карат. Пиш, вы тут выживете нахуй, я надеюсь. Я где, Артём? Куда пробиваться? Ну, второй. Где, а, я понял. А где это? Сейчас еще вам выкину верно. Просто чтобы не досталось, тут и мусор совсем нет. Че за граната? Слишком похоже. Нет, граната. Сверху? У двери откуда-то сверху прилетело, да. Здесь упало. Куда пробиваться? Давайте, он вот здесь. Сюда. Вижу его на хазмате на крыше прыгает на основной. Да, бать, вылезать оттуда. Я... Дать тебе ракет? Ну да, у меня пока есть. Я чекаю его на этой крыше. Что, ты уходишь? Нет, я тебя пропускаю просто. Что там есть по этим? Так, а стрелять куда? Налево, направо? Убил одного. Налево. Давай, уходи. Блять, он меня убили. Сзади дома убили. Меня убили. Могут залутать. Меня убили. Тоже сзади дома. Меня убили. Минус сверху. Сверху, да. Минус сверху. Сколько еще? На, две? Я не посмотрел еще. Ясно. Сзади дома шкет валяешься. Давай, иди себя лутать. Там еще один такой. Гантрап. Меня одна бабовка убила, да. Меня на гантрап сработает, кстати, если что. Окей. Юки разобрался, я убил одного. Ракету? На. Отлично. Ну все. Ракету можешь залутать. На. Там не очень много. Гаражка. Открывай гаражки. Куда-то в башне открываются. У тебя шуш, да? Тут... А, тут киллер. Я понял, все. Где-то в районе башни. Шуш, дай пройду, шуш. Шуш, дай пройду. Проходи. Аккуратнее, я могу отъехать в любой момент. Ну вот я к тебе и иду. Угу. Так, он вышел опять на составную крышу. Ну и что там? Ну тут, блядь, коридоры задолгало, блядь, вообще, я даже не знаю, правильно ли я делаю. Может, проще было в эту, тут 25-26 хп, сука, урак, есть каких-то немного разрывных? Есть у меня. Нет, не надо туда бить, это дверь вниз. Пожалуйста, блядь,
не стоите, тут у меня ракет кончилась. Да, отойди, я ёбнул. Дайте ракеты. Ракету. Бляха-муха. Да, мы прошли эту хуйню насквозь, да? В обратную сторону. Золотом все равно. Ну, короче, надо было вон там внизу гараж. Да-да-да, ебать, они здесь. Где? Меня убили, меня положили с крыши, сверху. В самом верху. С крыши? Я лежу. Меня добили. Где ты, спереди дома или сзади? О, на основной крыше. В самом верху. От окна все. Самый верх. Артём, блять, ты там нахуй? Все, готов. Все, минус. Все, иду себя лутать сам. Тебе помочь, Артём? Если разрывные есть, то был бы здорово. Нет, у меня есть, у меня есть, шкета, у меня есть. Есть. Сейчас иду. Минутку. Что тут у тебя открывается, Тём? У меня тут нет таких дверей. А нет, нет, на гаражке, там дальше есть же. Агент Смит с кирками вышел. Блять, а вот тут у меня. Так иду к тебе, Тёма. А, нет, все не было. Ты там добьешь дверь, увидишь сам. Кто-нибудь может? У меня, да. Я тут ничего куда, не добью. Что смогу сделать? Пока нет. У кого разрывные, куда? Подойдите на второй этаж, в окно залезьте. У них, кстати, все ворота открыты, они, возможно, уже что-то вынесли. Ага. К Нублищу? Ко мне. Нет. Шушу. Блять. Где Шуш? Вот, блять, здесь я нахуй, блять. На крыше их же нет, правильно? На крыше мы. Нет, а не на крыше. Агент Смит сидит, голый сзади вас, блин. Так пускай сидит. Кому мешает? Куда они на пули прилетели вообще? Да, я не знаю, где Шуша. Могли в башню унести. Блядь. Чувак! А, о, вижу. А вот пуля, это мой стол. Иди сюда. Вы убили чувака с пуликом? Нет. Иду. Вот эта дверь впереди. Ага, понял. Понял? А он в башне был, правильно? Да, угу. Да, да. Тихо, осторожно. Еще одно. Нет, окно. Мы можем снять. Да, можем снять. Есть кенка, нет? Да, у меня есть. Где-то. С крыши могу скинуть. Держись. Скидывали тут вы или они? А, это крыша, наверное, стрелял с пулей. Блядь, не ближе. Ты знаешь, к Нублищу пошли. Выход на внешку, слышь? Ох, да. Я убил его за дверью. Вот вижу, надо, вижу, вижу. Давай, бью дверь. Я поднял окно слева. Это он не тут. Тут к нему доступа нет. Я тебя услышу. Янка, тут еще поднимай дальше, иди ко мне. Иду. Вертик, что ли, летит? Не, вертик был не там совсем. Нет, здесь двери, короче. Да. Слышите, мы наверх пробрались, короче. На, тут дверь, Тём, сломать. Я одну ракету надо дать. Какого где он труп лежит? Ой, блядь. Кстати, ублю, сука. Это кто? Да ничего, это кто-то, блядь. Это сейчас шутка. Прорисовалась позже, реально. Слышь, слышь. Ну так, блядь, это я был. А что вы хотите? Сейчас я к вам подойду, вот там внутри, правильно? Мы наверху, да. На самом уже, да. Так. Где вот туда, где были? Тут 100, 180 кп у двери. За дверью парень мертвый. Окей. Иду. Бать, скинешь ракетки, да? А где бать? У меня... А ты где? Нормально. Рюк, давай. Ракеты и ракетниш. Шо ж, снимаю все, что можешь. Да все, я снимаю, нахуй. Опа, опа. Чё такое? Промежуточный этаж, что я Тёма, к бате пустей. Тележка. Сейчас я, блядь, застрял. О, батя, а как ты вообще там залез? А где батя? А там сейчас иначе залазит. Там надо прыгать, а потом приседать. Так, а вы где вообще? Где? А, Тёма, нет. Сюда, в окно, да, сюда. Ракеты? Да, вот убили все. Здесь, в этой вот двери. Двери все. Тихо-тихо. Отошел. Отошел.
там еще одна. Нам гараж. Ну давай сломаем, похуй. Ну вообще, наверное, блин, единственное, что меня волнует в этом доме, это где мой пулемет. Но скорее всего я его не найду. Дайте, Артем. Стрелять. Третья, да? Ага, наверх. Осторожно, ты сейчас гибло схлопочешь. Тут уже нечего делать, там может быть. Открыл! Прыгнул! Убил его! Хорош. Дрова не стоят. Ништяк. Нашли? Нашли вторую, и он открыл дверь. Кровати сломайте, кровати сломать. Подберите их просто. Я еще встал! Попал, все. А дайте разбил. Ебался. Пахло, не дай мне дверь закрыть. Сложенная работа дровосека. Слушайте, а другие выйдите из комнаты, пожалуйста. Это ума. Ну, давайте выйдите, потому что ракеты мне не так все сломали. Ой, кому-то дал. Решил извини. Да, меня, наверное, убьет, но все равно выйдите. Дай, дай спрячься. Он, кстати, не посылал нас палки. Живой? Да, подойди. Уйди, слушай. Отхожу, расскажу, когда зайти. Отхожу. Батя, блядь, спилы. Еще одна, я понял. Жду, Артем. У товарища. А это выход на второй этаж. Эту не надо ломать, мы к ней уже прорвались. Уверен, да. Там такие есть похожие двери. Можно проверить. Давай. Сейчас я с другой стороны подойду. Это они там что-то ноют? 249 хп. Да, это она. Куда он заметил мою штучку-дрючку? Парни, а что за... Где шкаф был за МВК дверью за двойной? Тут ничего нет, пока греш. С той стороны дошли до нее, да? Все оружие из дома забирайте. Артём, да, уже забрались. Артём, ты можешь ко мне прийти, пожалуйста? Да, где ты? Выйди сюда, пожалуйста. Смотри. Поднимайся сюда. Вот эта дверь, это вот с той стороны, которая... Ну, понял, 249. Вот за эту дверь можно пройти пешком через окно. То есть, вот, иди сюда. Вон окно, вот это дальше продолжение. Я так понимаю, что вот, вот тут вот. Ты не туда ушел, Артём. Дюк, иди сюда. Так я и иду. Посмотри, это что за дверь? Ну тут с прыжка можно. А, не, тут все понятно. Да. Ну, короче, в то окно залезть, там двойная ВК. Мы нашли ее с той стороны, нет? А мы слушаем. А, я не знаю, я не видел. Теме показать, кровати, да? Кровати стоят на втором этаже, правильно? На последнем вообще, считай. Мы центр видели, не на всех этажах. А, это по сути, Тем, центр на нашем этаже еще можно построить, там дверь стоит. Ну, короче, это вернись, где был шкаф. Ну хотя, блядь, она на второй этаж идет, да? Вот она, наверное, здесь. Да, вот она здесь. Там через окно, наверное, видно будет. Да, вот она здесь. Че, мы тут все посмотрели или нет? Сейчас вертолет полетит. Чем, вот тут зайди вот сюда. Вот там вот это МВК дверь же. Ну, короче, там МВК дверь, это которая сверху, да? Балтика киллер. Получается так. Тут нет вообще двери. А, есть. Нет, сверху МВК сюда выходит вроде. Такая. Да, вот ты дулом ты чешься. Ага, все понял. А тут кипятка. Ну, получается, только непонятно, что за этой МВК стенкой. А, как непонятно. А тут на улице есть кипятка, не могли занести на нее? Да, мы сейчас нет, откроем на улице. Не, значит, все. Дом, все. Тут мы все посмотрели. Вроде да. Хватит вот это навыкидывали. Аксис. Куда, интересно, мог вынести мой пулемет? Ну, башню можешь. Не можешь. Не закопал. К нему, кстати. Мне кажется, он не мог выйти. Он был зажат там. Это будет первый бомж с пулеметом. А, вот так. Пулемет, пулемет. И последний.
Так, что мы теперь взрывать будем? Башню? А, вообще нужно посмотреть... Тут вот. Мельница есть, и тут кипитка какая-то. Во-первых, может... короче, на территории печей наверняка у них зарыт сочельник. Я уже тут ползаю. Чё-то, братан, пока что я ничего не нашёл. Топор есть? Да. Где-то я видел хатчет. Вот он, вот он. Да ё, блять, кто-то меня откидывает. Да. Ага, спасибо. А что будет, Юг? Он вылезет. Сочеля вылезет. Если ты ударишь? Ну, она, ты по области бьешь, она сразу откапывается. Вот эту будку ты хотел посмотреть, ублюдок? Да, да, да. Мог ли он сюда занести? Мог. Теоретически мог. Ай, кот, блядь. Слушайте, а вы видели вот здесь вот ворота еще? Открыты, ребят, ворота открыты. Да, они уже давно открыты. А, да. Давно открыты? Я уже 100 раз сказал. Это тоже о чем-то говорит. Ничего не открыто. Они что-то унесли, значит, отсюда. И вообще что-то не пропали куда-то, да? Да. У них тут респауна больше нет. Ну, у них есть по округе, небось, спальники, наверняка покиданы. Нет, ну, слушай, насчет округи, я не знаю, они вообще ни разу не пытались. Они сейчас сдохнут в спальнике за 36 часов после Как ублюдок, как ты узнаешь, что есть сачель при помощи топора таким образом? Она выползет. Выползет ты, сразу же. Ты бьешь ее по округе, так скажем, и сачель сразу выползает. Если спать, то просто не делаем. Нахуя себе, блять, вот эта вот система. А может просто верцем бьем? Распять. Ты знал про такое? Хрен за пулемет. Да пулемет еще есть. Это надо их составить, пулемет выбивать. Да, эту потерю я уже как бы... Это я собираю. Эту потерю я как бы уже не расстраиваюсь. Меня интересует, куда они убежали. И зачем они открыли ворота? То есть они убежали куда-то вдаль. Я понимаю, если бы они на башню унесли, они бы куда-то далеко унесли. Что тут есть в округе, они... Лодка стоит, как стояла. То есть тут вряд под дверьми есть лодка. Лодка можно, можно почекать ящик у лодки. Может, там просто... я был уже, там я не знаю. Может, чел приехал наоборот? Наверное. Скорее всего даже. Может, их же не было дома, кому начали строить. Может, мы неправильно поняли открытые ворота, они просто забежали. Может, они были оттуда. Не, он бы не мог сбежать и закрыть, и типа зайти в незакрытый. У них такая система, как у нас, ты пока не закроешь, ты не можешь зайти. Да. Что это только на выход такие ворота. Так, окей. И лошадь стоит. И они уехали не на них. Все доказательства собраны, чтобы пулемет проебан навсегда. Да. Дело закрыто. Дело закрыто. Что-то расходимся? Я удаляю игру. Мы будем их башню смотреть. И будку. Будку я бы чекнул точно. Где разрывные? Шкет, можно это не разрывные? Шкет. Шкет. Да, 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 да тут и тут. Че, киллер, ты лутываешь? Наверное. Че темно? Разрывные. Пароль, блин. Вот сука. Кулер, давай я с тобой полечу. Ты с ним полетишь или я? А ты, если ты в доме, то можешь уже лететь. Ну давай. Вы только это, нас совсем там надо меня оставлять, чтобы что не вышло. Не-не-не, вот. Я тут бурки ломаю, потом башню ищу. Может, мне не выпили патроны должны были? Прикинь, с дробаша она улетала, да? Нихуя. Там электроника, что ли? Не. Вообще нихуя. Сколько штук места, что-то можно зарыть, например, создано для этого. Где-то должен калаш лежать.
И пулемет. Че, это боевой вертолет, шишель прилетел. Да, вон он слева, осторожно, Гриш. Сбиваем? Че, будем сбивать? Надо сбивать, пацаны, да, надо. Ну вон он сейчас на пауэрплант прилетит с моря. Сюда же он не прилетит. Ну вообще рядом от вас будет. Нам надо ему помочь. Я попал, представляете, блядь? Томпсоном, что ли? Нет, с этого... С болта. Как-то он очень далеко. Еще открытые двери. Он летит сюда. Куда я ж попал? Блядь. Опять надо стрибучить, я там приходил в Кургам. Можно. Ой. Смотри. Ракета. И, кстати, в будку это он за шушом летел. Свинью убил. К нам дом залетел, зажигательный. Жалкая попытка. Сбили. Я знаете, что думаю, что если... Ладно, не буду, все закончили про пулемет. Хотел сказать, что если не выебывают, что пулемет... Тём, Артём, пулемет... сейчас из вертолета выпадет пулемет, расслабься. Да, смазал брейк. Смазал, кстати, я забыл тебе сказать. Я нашел место, ну, Тём показал мне место, где его убили. Я странно там... то, что они не лез... Знаете, что я нашел свои? Там сразу? Осветленный вытянутый мазл брейк. Куда нам оттуда мог его нести? Это куда угодно, Артём, блядь. Слушай, пацаны, пиздец, ты... Артём, честно, ты заебал уже. Ты сегодня спать не сможешь, наверное, теперь, да? Конечно, не смогу, блядь. Там есть место, где гаражки еще там какие-то ящики перед ними стоят? Может, там где-то стоит? Может, где-то купим? Слушай, пойдем уже, блядь, башню эту ебучую зарыдим и все, нахуй. А думаешь, надо эту башню рядить? Ну, может, для галочки, купим, да, пулемет у кого-то, слышите? Да, купим пулемет. Да, у нас у Гришки. У Гришки. Репа. О, вот тут мы еще не посмотрели, что наверху. Вот какая-то... Не тут, про это. Вверху, да. Ты не слышишь вообще, блядь? А, да я... Это круговая просто. Я знаю, но там может что-то быть. Пулемет. Думаешь, там нихуя нет. Нет, это круговая. Такая же круговая, как и все. Пацаны, мы не расходимся. Единственное, не знаешь, что интересно, Артём? Мне интересно, есть ли вот за этими стенками в центре что-то, то есть, или мы там прошли? Я не понимаю, что мы... Вы будку Малыху зарядили? Да, зарядили. Юг. Там пусто, а? Уходи отсюда. Куда? Это моя территория. Ой, блядь. Ничего. Что-то завод Жигули открыл, что ли? Заебал. Что происходит? Ничего, у нас дурило завелся. Так. Мир, брат, мир. На сало. Ну, сука. Ты уебище, блять. Беги теперь. У них кровати в вышке, они что-то не спамятся. Все, часов-то не берешь. Они вообще онлайн? Нет, они больше не заходят, у них все спальники сломаны. У них в вышке есть спальники. Ну, может, не палиться, специально не палиться. Ну, Спанч Бобс, Агент Смит тут. Значит, онлайн. Ну, что, аккуратно, это уехали. Я бегу вышку ломать, братан. Или еще пулемет. Юг, поешь, заебал. Заебался своим пулеметом, боже мой. Ну, наверное, сам далеко больше кошки не будет. Никаких пулеметов. Что происходит вообще? Кстати, парни, знаете, вышку, что у меня... Гриш. Стой, Гриш. Артём, тут пулемет доставит для тебя. Второй из ящика? Чё, реально выпал? Да нет, Гриш тебе его скинул свой, он там у Шуша.
А, мне не нужен твой. Ему не нужен Гришин пулемет. Ему его пулемет нужен. Да. А, держи, Гриш. С уже свающим мазл брейк. Гриша. Где Гриша? Блять. Может отдадим им весь лут, что мы у них забрали за пулемет? Согласен. И покопаем. Пойдем, есть поховать. И покопаем. Дай поховать. Как башни, как у нас. Дай поховать. Батя. А. Дай похавать. Я кое-что нашел. Иди сюда, покажу. Только никому не рассказывай, Гриша. Да он же не видит скинули. Никому не говори, это будет наш маленький секрет. Как? Пулемет есть. Пулемет. Я забрал. Ай, блядь. Один хп. Батя сдох. Вы нашли пулемет в вертолете? Да. Да. Вот Артём, сказал, как... Я же сказал. Мы не на тролля. Где пулемет? Там есть пулемет. О, это не Артёма. А у кого? На, забирай. Но это тоже не тот пулемет. Бля, чё это я завис нахуй? Батят кис нахуй. Бля, как их башни пройти, чё не могу сообразить. В смысле? Ну вот ворота. Еще потух там. Чё-то не хочешь через ворота идти, говоришь. Артём. Разрывная. Материализация. Я говорю, надо сбить вертолет. Что ж говорит, там будет пулемет. Он так и есть, нахуй, а чё? Зато теперь Артём может успокоиться. Ну не ходим, у меня раз просто вылетел на рабочий стол. ГГВП. Пацаны, тут как бы дело не в том, есть у меня пулемет или нет, а в том, что они унесли. А куда они спрятали? Шкет, прикрой меня, я прямо сейчас отойду на секунду. Это типа их маленькая победа. Гриш, у вас там катастрофа небольшая произошла, я правильно понимаю? Да, я вылетел во время. Как только Гриша оторвался с земли, у меня зависло все и все. И на этом все. Так, давайте подумаем. О чем? А как? Камера. Как, во-первых, как ублюдок узнал, что у них есть спальники в башне? Вон, я вижу, наблюдаю. Там кровати. Ублюдок? Он сливал инфу, короче, все это. Ну да. Так, мы будем башню вскрывать или нет? Там же пулемет. Пиздец, там они пулемет. А чё гаражка это дальше, которая гаражка идет? Бать, а давай заключим с тобой серьезное денежное пари, есть там пулемет или нет? Ну тут надо как бы коэффициент 1 к 100. Нихуя себе. А чё насчет гаражки, которая дальше идет? Бать, с такими коэффициентами я что-то это... Как-то... Ладно. Кажется, что наёбка какая. 1 к 30. Где эти челы? Давайте подумаем. Там же есть еще гараж, который...